Петрович, скажите, пожалуйста, чем можно заменить клизму? Клизма, что в переводе означает промывание. Так вот, клизму можно заменить, если вы освоите шанпракшаладу. Вообще, желудочно-кишечный тракт весь промывает. Но это надо освоить ее. И делается она там где-то раз в недельку, раз в две недельки. Ну, работает хорошо. Можете просто-напросто, значит, использовать салаты метелки. Салат метелка, капуста, морковка, натираете, значит, бог пускай туда болгарский перчик, немножко маслица пускай, немножко там соли, либо, как я вам рассказывал, желток яйца, столовая ложка меда, столовая ложка растительного масла, такой соус делайте, поливайте, кушайте. И это все пойдет и прекрасно начнет чистить с помощью вот этих всех вещей. То есть клетчатки, которые имеются. Если эта клетчатка слишком грубая для вас, вы можете использовать более мягкую. Кушайте хурму, сушеную хурму. Кушайте, сейчас хурма есть такая, ну, спелая, я ее люблю. Мягкая клетчаточка идет. То есть, но это надо делать регулярно. И плюс для того, чтобы все это работало, вот я убедился на самом себе, стул формируется, все это работает прекрасно. Пол чайной ложечки семян тмина. Или там, ну, семян тмина лучше использовать. Просто-напросто пол чайной ложечки положили с утра натощак, выпили, водичкой запили или там чем-то таким, хоп. Отлично работает, нормализуется стул, газов нету и так далее. То есть вот где эфирные все эти масла работают так, как надо. То есть все это можно нормализовать. Ну и плюс, да, то есть это естественное очищение. Потому что клизма — это промывание. В основном это в каких-то экстренных таких случаях или профилактически применяется. А вы можете мягко применить профилактически, это просто-напросто вот хотя бы там недельку там побольше поесть, там, допустим, той же хурмы, штучки по две. Хурма должна быть сладкая, а то еще она завяжет вас. Сухофруктов поесть, при этом постарайтесь там попить побольше там воды. Можно использовать еще различные энтеросорбенты, они тоже хорошо работают. Я ими пользовалась, там активированный уголь, еще там что-то там такое есть, энтерозгель какой-то там. Это можно использовать. То есть можно много. Это все описано опять-таки в моей книге «Очищение организма и здоровье». А без очищения нет исцеления.